И пока мы с вами, друзья, ждем, конечно же, нового дуэта Брэндона Стоуна и Дианы Анкудиновой с композицией «В унисон», сегодня я предлагаю вам посмотреть новое видео, которое было размещено на официальном канале Дианы, Диана Анкудинова Shorts. И это небольшое сторис из Инстаграм от 31.01.2022. Прозвучит отрывок из песни «Больше ничего», автором которой является Марина Демещенко. Ник в Инстаграм «Полна любви». Устраивайтесь поудобнее, друзья. Мы начинаем. Как же так получается? Земля все же кончается. Тот, кого ты нежно любил, сейчас от тебя отрекается. Окутанный пледом тепла, что сгорает, вонзаясь, как тысячи гроз. Своими глазами я сделаю море, что ветер нас вместе унес. Я не чувствую больше ничего. Что же, очень чувственная, нежная и в то же время грустная композиция в исполнении Дианы просто прозвучала прекрасно. Также очень нравится мне здесь и визуальное оформление этого видеоролика. И вообще я люблю вот такие песни под инструментальную озвучку. Мне кажется, они самые такие яркие, самые эмоциональные, настоящие, в общем-то, живой звук. А вам понравилась эта композиция? Напишите мнение о ней в комментариях и не забывайте подписываться на канал Горинов Лайф и слушайте хорошую музыку. Любви вам! Ни в коем случае не меланхольного, а наоборот позитивного настроения. Скоро, друзья, весна. Будьте счастливы. До новых встреч. Ну а ссылка на источник, как всегда, в описании.